Свет, может, закажем пиццу какую-нибудь? Максим, ну я же на диете, какая пицца? Здравствуйте, мне, пожалуйста, ведро крылышек, картошку фри, двойной гамбургер, суши Филадельфию и пиццу 60 сантиметров. Надеюсь, наемся. Максим, послушай, какую я потрясающую песню нашла. Не знала, что ты слушаешь классику, я восхищен тобой. Да ладно тебе. Камая, бэйби, турбо, пушка. Тихо-тихо-тихо-тихо, сынок, не плачь, тихо-тихо-тихо, смотри. Бу! Бу! Я ее... Бу! Смотри фокус. О! О! Незабудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Свет, он плачет весь день, я уже не знаю, что делать. Покорми его. Понял, хорошо. Не плачь, вот тебе будет, кушай. Да что ж такое-то, а? О! Надо делать двери шире. Слышь, ты на кого базаришь, дрыщ? Завтра всем жду тебя на поляне. Максим, можешь банку открыть? Конечно. Бракованная, походу. Давай, проверь мой пресс, ударь в него. Здравствуйте, я из компании Доебалите. У меня есть 5 ароматов для вас, понюхайте, пожалуйста. Нет, спасибо, не надо. В смысле не надо? Я здесь стою сутки, нюхайте дедовские одеколоны, чтобы мне потом сказали спасибо, не надо. Нюхайте, пожалуйста. Довольны? Да, спасибо большое, приходите еще, будем рады вас видеть. Стойте, так вы еще и курите? Давайте тогда с вами анкету заполним. Как давно вы курите? Какие сигареты вы курите? А вы знаете, что за эти деньги вы могли бы купить уже себе машину? Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Вот сука, даже номер для рассылки не оставил. Здравствуйте. Алло, Максим, нам надо расстаться. Прощай. Максим, ты еще мусор не выбросил? Я же тебя просила. Сейчас схожу, выброшу. Максим, почему твои носки по всей квартире валяются? Сейчас соберу. Максим, помоги развесить постиранное. Максим, а ты нашел работу? Максим! 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 Как же ты меня заебала? Что ты сказал? Я говорю, как же ты меня зацепила меня. Ослепила меня. Ты что, меня совсем за дуру держишь? Я вообще слышала, что ты сказал. Да бля. Алло, да. Не, я сегодня никуда не пойду, мне плохо. Да. Спасибо, я наберу, когда выздоровлю. Да, давай.
там по времени? Блин, походу Сиги в моей комнате нашла. Или зашла в мой инстаграм. Зачем она так много звонила? Зачем? А может что-то случилось? Да нет, 100% накричать хочет. Алло, Влад, можно к тебе сегодня на ночь прийти? Попробую все-таки набрать. Алло? Привет, мама, ты чего звонила? Я тебе не звонила. Ай, да я тебя, наверное, попой набрала. Вот это анекдот. Сынок, что будем делать с тюльпанами, которые на 8 марта не продали? Обратно давай сдадим. Молодец, схватываешь на лету. Ловим на лету. Дело-то веду. Пап, я, короче, решил, что буду поступать на экономиста. Подниму нашу экономику с колен. Ну ты фантазер. Фантазер. Ты меня называла. Прикинь, вчера Зинка на корпоративе пьяная. Только пьяная, пьяная, пьяная. На танцполе она. Эй, йоу. Эй, йоу. Блять, иди сюда.